не надо, не сбрасывай, чувак! Или компьютер выкину! Отвали от компьютера быстро! Я выкину его! Не надо орать на меня! Куда ты понес? Что ты уже вебку включил? Да все, я выбрасываю! Да все, мне надо срать на него! Он дорогой! Он дорогой! Отстань! Не, не бросай! Не бросай! Не бросай! Не бросай! Зачем ты бросил, дурак? Зачем ты бросил? Ты придурочный! Что ты делаешь? Я зачем все? Имей доступ ко всем регионам на сервере, переломай огромное количество различных домов различным гриферам. Установи себе префикс антигрифер. Сетни моего дома. Убивай гриферов. Установи в его доме варп грифер. Напиши на весь сервер, что здесь находится настоящий грифер. Наблюдай, как куча игроков жрут и убивают этого грифера. Также ты можешь превращаться в абсолютно любого моба, которого захочешь. И ты сможешь стать железным големом. Обязательно посади грифера в тюрьму нашего сервера. Выглядит она вот так. Посмотрите, как ему там тяжело. Ну и конечно же, забаньте этого грифера. Пусть он увидит эту прекрасную надпись. Все это и много другое может только владелец сервера на нашем сервере. Поэтому, если ты хочешь также снимать антигрифшон на нашем сервере Сержокрафт, тогда становись владельцем сервера. И так как на него действует скидка 95%, тогда не упускай свой шанс. Заходи на наш сервер. IP в описании ролика. Дорогие друзья, посмотрите, кто-то в чат от моего имени пишет: Сержу все на варп админ, раздаю всем админки. Он их обманул, он их убил. Он их убил, срочно смотрите на это. Он их всех убил, он обманул. Мой аккаунт взломали, Сержу, мой аккаунт Сержу взломали, посмотрите. Офигеть, теперь они все там телепортируются. Конечно же, он их обманывает. Сейчас, возможно, он опять будет что-нибудь. Вот, все сюда телепортируются, вот, и все летят. Кто-то остался флай, кто-то в гейм-моде, кто-то владелец сервера, кто-то с привилегией. Но в основном часто люди вон падают, все летают, умирают. Очень многие умерли. Смотрите, вот в чем прикол. Смотрите, ютубер Серджи, вот этот ютубер Серджи, он взломал мой аккаунт. Он мой аккаунт взломал. Посмотрите, я сейчас играю от ника громче. Он взломал мой аккаунт и от этого аккаунта теперь людям пишут. Вот, где-то он в людям писал. Вот, смотрите, Сержа все на варп админ, раздаю всем через бродкаст, он писал. Потому что он взломал мой аккаунт. У него нет прав, конечно, таких, что он может стопнуть сервер, забанить. Он такой же владелец сервера, как и обычный. То есть он, вот, он владелец сервера, все. У него нет супер мощных прав. Я это специально здесь сделал, чтобы если мой ник взломали, то мой сервер не уничтожили. Это понятное дело, да? Нельзя быть дебилом и оставлять на своем нике все права абсолютно опки. Поэтому он просто владелец сервера. И этот владелец сервера сделал себе префикс, естественно, ютубер. Но это мой был префикс, он просто зашел по этим аккаунтам. Все-таки угадал этот пароль. Я не буду говорить пароль, но он его угадал. Я не знаю, как это сделали. Спустя 2 года все-таки кто-то взломал меня, кто-то угадал мой пароль. Я не знаю, как это сделал, я буду это думать. А, смотрите, он от моего ники пишет, от моего ника пишет, ха-ха-ха, изи, то есть он их типа обманул, теперь над ними издевается, ему люди пишут, Серджу привет, но жалко, что, вот, кто-то пишет, ну, в смысле, изи, он пишет, я вас в рот, понятное дело, и мне очень обидно, то, что люди верят, я под ником сейчас громче нахожусь. Потому что я взял какой-то этот левый ник, я без понятия, что это за ник. Он их всех обзывает, мне очень обидно, потому что люди думают, что я их всех обзываю. Люди реально думают, что обзываю всех я. Мне очень обидно. Сержа по другим никам играет, кто-то, видимо, просек эту фишку. Но люди все сейчас собрались вот здесь, вот люди друг друга убивают просто из-за него, здесь собралась просто огромнейшая в канале, мне обидно на это смотреть, я сейчас попытаюсь с ним связаться, потому что с этим уродом, который взломал мой аккаунт, с ним только надо связываться, и я даже не знаю, как сказать, надо его забанить и отнять привилегии, потому что это мой аккаунт, то есть я сам себя забаню, как бы будет выглядеть, то есть это вообще бред. Обидно то, что мой аккаунт взломали. Давайте попробуем написать, типа, Серджо. Это действительно Ти, вот так напишем. Ну, как всегда, с ошибками, это действительно Ти. Еще раз ему напишем. 2 секунды. Это действительно Ти. Попытаемся сейчас с ним связаться в скайпе, как он это аргументирует вообще. Он наверняка, нет, он меня не видит. Он просто меня игнорирует, наглухо. Он всех посылает. Даже ролик обидно снимать, хочется сразу его заблокировать, хочется его забанить быстрее, чтобы он людей не обзывал. Но я должен это запечатлеть, потому что я первый раз в жизни вижу такую ситуацию. Никогда еще мой аккаунт не взламывали, никогда. Просто очень обидно, очень. Так, идите, давайте еще раз ему напишем. Это Ти. Кто-то написал, смотрели у него видос, скоро заблокируют ему канал. Люди, вот видите, в курсе. У него скоро удалят канал, заберут 100 тысяч, у видос не смотрели. Да, это плохая, печальная история. Но нужно скорее с ним связываться. Он их до сих пор... Он меня наглухо не видит. Наглухо вообще. Я ему пишу, пишу, он мне вообще никак не реагирует. Так, сейчас буду пытаться еще ему писать, потому что...
Серджи взломали. Так, ждем, 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 ждем. Пишем ему, пишем, пишем. Ты настоящий Серджо. Давайте мы еще раз так напишем, поспрашиваем его. Поспрашиваем. Тут даже есть целая лестница. Он нашел место-то такое. О боги, настал тот момент, когда он мне ответил. Вы сами видели, как долго я этого ждал. Я даже ускорю для вас здесь этот момент, фрагмент, чтобы вы не ждали. Кто-то пишет, внимание, Серджи взломали наконец-таки. Он ответил мне, да, нужно ловить момент. Правда, я не знаю, что ему писать вообще, я не знаю. Давайте напишем, правда. А что, иди, не, я твою, мне даже не могу это произносить. Надо... надо с ним в скайп выйти. Пошли в скайп. Я хочу тебя услышать. Пусть он подумает, что я не понимаю, что он не настоящий. Пусть он думает, что я верю ему. Вот, видите, все люди вокруг него собирают 200 рублей в скайп. Ого, он теперь, он не то что взломал, он еще из людей берет деньги. Типа, что он в скайп идет. Я узнал, он еще и мошенничеством занимается. Он обманывает. Вообще он людей обманывает. Теперь все будут думать, что я людей обманываю. Это вообще ужас, конечно. Ладно, хорошо, напишем ему. Хорошо, я заплачу. Говори скайп. Я вот так ему напишу. Прямо напишу. Может быть, он поверит мне, что я действительно заплачу. Естественно, я не заплачу ему никакие 200 рублей. Хорошо, я заплачу, говори скайп. Сейчас будем с ним связываться, наконец-таки, спустя время. Если он вообще назовет свой скайп, о великий Серджо. Но он не назовет свой настоящий, конечно же, скайп. Потому что настоящий скайп знаю я, а он не знает. Давайте ему еще поспамим, 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 поспамим. О, Live Play Phoenix. Конечно же, это настоящий скайп Серджо. Live Play Phoenix, как вы видите. Конечно же, все ему поверят. Хорошо, сейчас буду добавлять его искать в скайпе. Это долгий процесс. Секундочку, вжух. Пока я начал искать его скайп, пока я искал его в скайпе, он начал опять писать, что раздает всем админки. Посмотрите, все на варп админ. Люди опять сюда, но мы сейчас будем ему звонить. Так, где он у меня здесь? Вот он, все, звоним ему, настоящему Серджу. Он уже убил людей, пока... Он убил людей! А, господи, что же он делает? Что же он делает? Он... Алло. Алло, здравствуй. Здорово, чувак. Здравствуй. Здорово. Ты настоящий Серджо? А чё, по голосу не слышишь? Ну, слышу. Вроде такой настоящий. Ты реально Серджо? Да. Ты чё, дебил, по голосу не слышишь? Я слышу, слышу. А почему ты не обзываешь? Я же твой фанат. Я всю жизнь тебе верил. Да мне насрать вообще на вас, дебилов. На кого дебилов? Я же не дебил. Я твой истинный фанат. Подписчик, что ли? Да, подписчик. Мне насрать вообще на тебя. Почему? Я же тебя люблю. Да? Да. Поцелуй меня в попу тогда. Не хочу. Почему? Так все, ты не мой фанат, иди отсюда. Почему ты так говоришь? Потому что я взломал этот сервер. Ты взломал? Ты не Серджо? Да. Я взломал этот сервер. Как Серджи может взломать сервер, если это его сервер? Ему не надо взламывать, тупой ты идиот. Дебил, рот закрой. Ты же тупорылый. Я тебя сейчас забаню. Как ты взломал Серджи? Как? Я знаю все данные от его аккаунта. Какого аккаунта? От аккаунта Серджи. Откуда ты их знаешь? Ну не знаю просто, и все. Ну как ты это сделал? Это же... Тут же все защищено. Защищено и что? Офигеть, я в ужасе. Ну все. Стой. Алло. Да, я тебя взломал, алло. 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 Я тебя забаню сейчас, пацан. За что? Попробуй забань. Что? Попробуй забань, мой не громче. Бан. Давай, громче. Громче. Громче, сейчас. Стой, стой, стой! Давай, попробуй, подтверди, что ты Серджо, забань кого-то.
Любого? Любого! Давай я лучше кикну. Как хочешь, давай! Почему люди пишут, не ходите на ва... О! А, я кикнул! Серджи кикт! Серджи, ты кикнул? Да! Хорошо, только меня, пожалуйста, не бань. Пожалуйста, не бань меня. Да ладно, не сын, не забаню. Не тогда, 500, тогда 200 рублей на киви и 500 за то, что я с тобой разговариваю, чувак. Хорошо, сейчас скину, погоди. Сейчас. Вот, так. Киви какой? В скайп скинешь номер? Да, сейчас скину. Так, сейчас посмотрю. Сейчас, вот. Я тут зашел на киви. Зашел на киви. Оп. Ой. Я скинул тебе. Тут консоль что-то написала. За что меня забанили? Плеер, консоль, бан, Серджу. А как консоль может забанить Серджу? Написать иди нах! Как меня забанили? Почему? За что меня забанили? Как тебя могли забанить, скажи? Не знаю. Как, Саша, за что тебя забанили, скажи? Я Серджу. Как ты Серджу, если Серджу не могу забанить, а тебя забанили, скажи? Как? Не знаю. Скажи, почему ты плачешь? Забанили, я настоящий Серджи, я пошутил. Как тебя забанить могли, если ты настоящий Серджи? Я настоящий. Ты не пил. Привет. Ты кто? Я кто? Я не знаю. Ну вот если ты говоришь, что ты Серджи, я, наверное, уже не Серджи, я, наверное, так погулять и вышел. Чувак, ну блин, ты что, Серджи? Ой, дошло? Ты Серджу? Да. А я или нет? Купил. Разбанил Серджу, но я случайно аккаунт сломал. Понимаешь, мне уже начали люди писать все на сервере, там, куда угодно, там, что тут кто-то взломал меня, мой ник. Поэтому... Я случайно же. Ты все случайно людей убивал, да, все абсолютно случайно это делал, я прям вообще да, офигеваю. Да, чувак. И как это у тебя случайно вышло взломать-то меня, как? Легко, просто взломал, случайно, извини, пожалуйста. Все, я тебя забанил по IP, если у тебя какие-то были еще привилегии, их больше здесь не будет, ты больше никогда не зайдешь на сервер, я отберу у тебя все привилегии, которые у тебя были. Пожалуйста, не надо! Я заберу у тебя абсолютно все, что у тебя было, и поэтому я сейчас сбрасываю скайп, ты мне не нужен. Серджи, ну пожалуйста, почему? Чего, Серджи? Ну верни, ну пожалуйста, хотя бы дай другой аккаунт, ну не свой, хотя бы другой, там где владелец и опка. Пожалуйста. Все, я сбрасываю тебя со скайпа такого дебила, блядь, потому что не нужен мне такой, все. Ты не надо, не сбрасывай, чувак. Все, положи трубку, вот скайп, я прям вижу. Ой, не ложи трубку, разбавь. Положи трубку, а нафиг ты мне нужен, зачем? Ты мой аккаунт и так взломал, зачем ты мне нужен? Чувак, ну разбавь. Ну пожалуйста, или я компьютер выкину, да, из-за тебя у меня да выкидывай ты что хочешь, как я могу разбанить тебя, это я и есть, это кого я буду разбанить, это мой аккаунт. Ну мне все равно, я выкину компьютер. Чего ты выкинул? Выкину, сейчас хочу как выкину тебе по голове, что ты... Да мне все равно. Включай его к чертовой матери. Я выкину его, не надо, орать на меня. Вики свои в коробочку. Какую? Коробку? Получишь. Не надо, я выкину его! Отвали от компьютера, быстро! Чувак, я тебе позвоню через телефон, давай! Зачем? Зачем ты мне будешь звонить через телефон? Давай! Зачем? Ой. О, зачем он мне будет звонить? Чё-то придумал, ну-ка. Чувак меня сбросил со скайпа, не знаю, зачем он мне... Зачем он... Чё происходит? Зачем он мне будет перезвонить с телефона? Вообще без понятия. Ну что ж, будем ждать, летать тогда. Если ничего не снимет, так ролик выложу. Чё ж, куда деваться? Поэтому пока... О, звонит, стойте, звонит уже. Окей, с ним так. Берем трубочку. Куда ты понес? Чё ты уже вебку включил? Да всё, я выбрасываю его. Хорош, кого ты выбросил? Не открывай окно. Да не открывай уже. Так окно, зачем? Там же высоко, придурок. Чего ты сдавай? А ты как... Да всё, я выбрасываю, достали. Да не выбрасывай меня, дурак. Да всё, мне он же, он дорогой, он дорогой, отстань, он дешёвый, вообще. Не бросай. Достал уже, всё, я выбрасываю. Не бросай, зачем ты бросил, дурак, зачем ты бросил? Ты конченый, ты придурочный, что ты делаешь? Я случайно всё. Господи, всё, ну вас нахер. Я просто сбросил их скайп.
херу вообще, я больше не хочу на это смотреть, мне жалко, жалко вообще компьютер, жалко вообще, что такой ребенок родился, этот грифер, который просто, охренеть, взломал меня, мой аккаунт, все взломал, я просто уже запинаюсь, потому что я офигел! Компьютер выкинуть в окно, это же просто ужас какой-то, это бред, это... Я не знаю, дорогие друзья, ставим лайки, спасибо всем за просмотр, очень вас всех люблю. Ох, это было сильно, это было жестко. Это было жестко. Всем пока, ребят, всех люблю, уважаю. Дорогие друзья, обязательно я должен сказать об одной фишке нашего сервера, которую я уже упоминал, но все-таки скажу еще раз. Мы не старались, мы ее делали, мы долго сидели, поэтому если вы хотите получить какую-нибудь привилегию совершенно бесплатно, то обязательно заходите на наш сервер SergioCraft, IP в описании ролика, вы посмотрите, у нас здесь красивый спавн, красивые голограммы, красивые люди, все красивое, туннель, который можно упасть, но ты никогда не упадешь. Поэтому прописываем просто спокойненько с вами команду Free, смотрим на донат за время, пожалуйста, мы можем получить VIP за 24 минуты, админки за 72 часа и основатель за 240 часов. Все вполне реально. И смотрите, я сам здесь отыграл уже 378 часов. Сам лично отыграл, поэтому могу любую привилегию здесь получить, пожалуйста, легко. И также можно получить донат за убийство. Например, совершив 20 убийств, мы получаем ключик от кейса. Этот ключик мы используем для того, чтобы выбить какую-нибудь привилегию. Например, VIP, премиум, креатив, админ, суперменный или основатель сервера. Любую можно выбить, но не обязательно вы ее выиграете. Это лишь шанс победы. Поэтому заходите на сервер SergioCraft. IP в описании ролика. Нас здесь очень много. Я часто снимаю, общаюсь с подписчиками. Заходите. Главное то, что вы можете получить админку бесплатно. Всех жду. Всем пока. Спасибо. Обнимаю всех, друзья мои. Все заходите.